Всем привет! Сегодня расскажу, как подключить сварочный аппарат на 220 вольт. Как ни странно, это... Ты включила, что ли? Я включила, но вот так палец пролетел. Ну давай, ладно, сейчас начинаем заново. Здесь идет видео. Всем привет! Сегодня расскажу, как подключить сварочный аппарат к 220 вольт. Как ни странно, это спрашивают, ну, наверное, для новичков это тоже надо. Ну, вот решил сегодня это видео снять. Вот, начнем с распаковки. Здесь у нас какие-то провода. А, непонятные, они не нужны, короче говоря. Да нет, шучу, нужны. Вот, сам сварочный аппарат. Ну, я с этой оплетки, короче, доставать не буду, это тоже... Это и так, инструкция по эксплуатации, тоже не нужна. Так, ну что ж, вот что здесь главное. Значит, смотрите, здесь у нас два выхода. Это выход минусовой, это выход плюсовой. Ну и единственное, что есть в регуляторе, это переменное напряжение. То есть, ну, скажем так, мощность, при которой будет идти у нас ток. Вот. Значит, что у нас получается? Мы берем... Это у нас провод с держателем, держак, а он у нас идет к плюсовой клемме. То есть, ну вот, как видите, здесь такой замочек идет у него. Этим замком мы попадаем в паз плюсовой и вот таким движением по часовой стрелке как бы его закручиваем. Ту же самую процедуру проделываем с минусовым проводом. Это у нас минус, также берем паз. Вставляем в паз, прокручиваем. И вот. В принципе, по сути, он готов к эксплуатации. Естественно, мы включаем в питание главный центральный провод. Вот. И здесь у нас с этой стороны есть тумблер. Вот он. Выключить, включить. То есть, когда мы нажимаем включить, сварочный аппарат готов к работе. Но прежде чем запустить его, надо убедиться, что минус плюсом не замыкает. То есть вот так вот он не лежит. Перед включением обязательно это проверяем. Вот. Также по поводу техники безопасности, что нужно. Надо, чтобы была удобная обувь, чтобы не было, чтобы все было мокрое. Да шучу, шучу. Мокрое быть не должно. Это потом вырежешь, хорошо? Вот. Должно быть все сухо. Должны быть обязательно вот такие перчатки, потому что при сварке происходит, когда дуга расплавления электрода, температура 7-8 тысяч градусов. Ну, представляете, да, какие окалины летят, то есть они прожигают все, что угодно, как говорится. То есть вот такие специальные сварочные перчатки, ими и будете пользоваться. Вот, ну, в принципе, я убедился, что ничего здесь нигде не замыкает. Можно включить его, пошел... Шум вентилятора, это вентилятор принудительного охлаждения системы. Вот. Ну, а по поводу самой работы сварочного аппарата и именно как делается сварка, это мы расскажем в следующем видео. Вот. Нажимайте на эту табличку, и вы узнаете, как варить переменным током. Как раз буду показывать, как заварить вот такую вот трубу. Все, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал. Критикуйте, как обычно. Всем удачного дня. Всем пока. Все. Паузу делаем? Да, паузу делаешь?